В общем, вот смотрите, меня вот, это как сказать, вот эта земля, да, вот сейчас, смотрите, я вот так постараюсь сделать, вот это, вот смотрите, вот я лежу, вот это моя матушка земля, она меня, ну, вырастила, она на меня скормила, напоила, вот эта земля матушка. Правители сейчас смотрят, правители вот эти посмотрят кадр. Скажут, что это твоя матушка земля, ты че? Могут даже посадить за это, посадить. Скажут, ты че схватил? Вот как раньше какой-то мужик стоял на одной ноге. Да даже на одной ноге этот мужик не должен стоять. Все. Он должен только работать на правительство. Работать. И особенно оружие выпускать. Оружие. Потому что оружие, мы еще вот живем, у нас уже яхты, машины есть, у самолеты есть реактивные, все. Ну я скажу вот это. Мы еще очень бедно. Вот даже вот олигархи кучу денег имеют, все имеют дачи. Но он очень бедно живет, очень. А вот взять всех олигархов по всему земному шару, всех олигархов собрать, да? Я самый богатый во всем мире. Вот я один богатый вместе с собачками. А вы очень бедно. Вы бедно. Уже не знаете, что делать. А я нет. У меня вот, вы знаете, куча проблем. Вот куча. Я их все решаю. И пока у меня никак не получается. У меня как бы вот, ну я как вулкан нахуй. А вы знаете, вот вас всех собрать, этих всех, у вас, ну... Ну это затухающий вулкан, а у меня горит, а у вас уже затух, и все. И у вас мозгов даже, мозги не работают, ничего не работает. Потому что, а почему они у вас, мозги-то ничего не работают? Потому что у вас же слуги, у вас там слуги все делают, а слуги только деньги. И вот они деньги едят, да? А вы платите так им щедро. Ой, ну-ка, ногу мне помойка там, посреди там, а вообще, на, ужас. А я вот все сам делал, я, ну, практически все сам делал, все сам думаю, сам делал, вот, я думаю, вот ешка, насколько я время потерял, 32 года это угрохал на какое-то дерьмо, потом армия, это тоже... Просто, ну, что там я получил? Да я там ничего не получил, на дерьмо получил в этой в армии, ничего. С меня только стирали, да и все. А вот сейчас я на природе, за 8 лет, это вот так, год равняется, вот этот год, равняется 10, а может даже и 20 годам, вот, за то, что я в лесу живу. И какая-то прелесть жить в лесу. О, птички, соловьи. Вот бинокль я нашел. Сейчас птичек буду наблюдать. У меня бинокль есть. Ну, такой. И вот на природу буду. Ну, правда, все птичек меньше. Тут какой-то тоже один ходит на этих сетями, птичек ловит. Он птичек. Он тоже жадный. Он птичек хочет всех птичек поймать. Он все эти птички продает. На. Все. А эти птички берут, а что они там в клетке потом умирают? Птичка же на воле хорошо чирикает, они в клетке, да. А у нас в клетке что? В клетке это? Да. Это как собаке ошейник и намордник. Да, и все. Я вот не знаю, вот в магазине сколько иду, хожу, да? Вот хожу, в магазинах хожу. Почему ошейников и намордников на людей нету, не выпускают? Почему? Они же сейчас такие гавкают, разъяренные какие-то, на. И слова не скажи, он ужас, на. Вот надо, что государству думать, ошейники делать, намордники для народа.
чтобы они...